Штурмовая новость. Есть болезни, которые были скрыты во льду тысячи лет. Сейчас со смены климата они просыпаются. Бубонная чума пишет. Ну чё, как дела? Очень плохо дела, бубонная чума. Очень плохо. У нас все плохо, не ходи к нам, не надо. Когда ты великолепен и не видишь смысла это скрывать. Ожидания шиперов. Реальность. Кто-то пишет. Он ее съел. Дуэйн Джонсон женился на Лорен Хэшиан, с которой встречался 12 лет. Кто-то пишет. А, так вот почему он скала был. Сегодня в Гонконге на акцию протеста вышло почти 2 миллиона человек на улице города. Просто живой океан из людей. Кто-то пишет. Вы напугали росгвардейца. Блин, протесты в Гонконге, это ж капец. Это они могут так выйти, протестовать и какую-нибудь страну захватить случайно, так просто проходя мимо. Когда идешь с мамой по улице и слышишь, как в компании подростка кто-то матюгается. Фу, как некультурно. Кто-то пишет. А потом они еще начинают с тобой здороваться, а ты делаешь вид, что не знаешь, кто это. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс, и ролик с вами будут мимасы. Вот так вот. Не ждали? Что, не ожидали мимасы увидеть на моем канале, где только одни мимасы, блин? Друзья, вышла моя новая книга «На Марс». Приобрести ее можно по ссылке в описании. Кто читал «Апокалипсис в Кубе», тем точно зайдет на Марс. Проходите в описание и ознакомляйтесь. Приятного чтения. Кто насрал около 9-го... Мне уже смешно. Кто насрал около 9-го гаража и пока срал, потерял ключи? Твои ключи у меня. Верну, когда уберешь говно и заплатишь 1000 за ключи. Кто пишет, просрал ключи. Ребята, поздравьте меня, я рассчитался за ипотеку. Кредиты. Рабство ипотечное. 0 рублей. Наконец-то. Кто пишет, вроде посторонний человек, но так радостно за него. Самый лучший помощник. Кто пишет, ключевой сотрудник. Зеленский инициировал закон, по которому государство будет поощрять людей, разоблачающих коррупционеров, оплачивая им 10% от суммы взятки. Кто-то пишет, получай бабосики за доносики. Когда пытаешься отругать своего кота, кусь. Если доживу, хочу на пенсии такие часы. Кто-то пишет, хочу такие часы с месяцами, на работе бы повесил. Лучше с годами. С веками. Выходи, подлый трус. Космическая ракета моего детства. Да-да-да. Он все еще сзади? Да ты не бойся. Он за стеклом. Хотя вот интересно. Наверное, сова сможет кошку растрепать, если у них битва будет. Окей, Google. Как засудить кота за порчу имущества? Как заставить кота мыть посуду? Как заставить кота зарабатывать? Пошли! Сфоткай типа хомяк с клыками. Попробовал фильтры снапчата на хомяке. Кто-то пишет, единственный, кому они реально идут. Жена решила сама связать игрушку. Теперь оно живет у нас в спальне. Мне кажется, если подойти к этой собаке, можно получить мудрый совет. Маленький Даня понял, что мама его обманывает, когда в третьем киндере подряд ему попался белок и желток. Хорошо, это вареные, прикиньте, он разрывает киндер, а там сырое яйцо вытекает ему на руки. Блин, да, было бы круто. Как же бесит ехать на поезде, и его начинает есть черепаха. Ну правда, надоело. Представляете такую черепаху в пропорции с поездом? Как вот ее уничтожить? В принципе, для фильма про Годзиллу подошел бы такой монстр. А по-моему, там был монстр-черепаха, что-то я припоминаю в детстве, что-то я видел такое, да. Как оставлять чаевые как босс? Кто-то пишет, когда не зря учился оригами. Чищу картошку. До? После. Видя этот пост, где-то заплакал один белорус. И моя бабушка. Чихнул, пока кашил и одновременно стрельнуло в спине. И я обнурился до заводских настроек. Или сделал скриншот, непонятно. И бзнул параллельно. Годный лайфхак, как сохранить заряд батареи? Я заметил, что аккумулятор телефона держит заряд дольше, если спать до полудня и не иметь друзей. Сегодня во время собеседования я наливал себе воду в стаканчик, и она немного перелилась. «Нервничаете?» — спросил интервьюер. «Нет, я просто сюда выкладываюсь на 110%!» Кто-то пишет... А, никто не пишет. Мем пишет. «Стоп, этот потрясающий ход выходит за пределы науки». Эх, были же времена. Сейчас узнала, что для того, чтобы научить моего двоюродного брата кататься на велосипеде, ему купили шлем, наколенники, налокотники, наручники, напальчники. Как учили меня. Дед привез мне на какой-то холм, перекрестил... Ну, с богом, толкает. «Ехай нафиг, блин!» Какие знания я получил за 11 лет в школе? Первое. Я идиот. Второе. Все остальные тоже идиоты. Третье. Лондон is the capital of Great Britain. Да, мы про, кстати, третий пункт до сих пор женой угораем. Это все наши знания по-английскому. Когда не помнишь название фильма? Фильм, в котором был грунт. Фильм, где дерево живое, енот живой. Еще енот милый, но грубый. Мой неистовый летний кутеж. Я сентябрь. А, кстати, 1 сентября же наступило. Поздравляю всех, друзья. Не расстраивайтесь. Всего-то 9 месяцев. Просто подождите 9 месяцев, все будет окей. Учитель физкультуры. Да даже черепаха будет быстрее тебя. Сам учитель физкультуры. 82% россиян заявили, что не любят фотографироваться. В жизни, в паспорте сфотографировал друг. ВКонтакте предлагает друзей. Вы можете их знать. Конечно, я их знаю, поэтому не добавляю. Я. Комплексы по поводу тела. Носить толстовки. Да, они скрывают и жирных, и тощих.
Я был совсем тощий раньше и носил толстовки нормально. Мальчишки и девчонки, а также их родители, веселый апокалипсис в кубе, шутка. Увидеть не хотите ли? Веселый апокалипсис размажет тебя фарш людской цивилизации, тотальный демонтаж. Тру-тру-тру. Короче, вы поняли. Официант, в нашем ресторане для детей до 8 лет все абсолютно бесплатно. Хорошо, мне просто воду, а моя дочь будет двойной. Прожаренный стейк, оливьешку, порцию картошки, джуниор обед и бокальчик вина. Внука с радостью. Внука. А почему нет? Смотрите, внук это мальчик, а внука это девочка. Внука с радостью помогает бабуке, дедуке. Нет, дед и деда. Деде. Ладно, что-то я начинаю чушь нести. Скоро на всех огородах страны. Когда пишу, зато своя. Кто своя? Внука или картоха? Одноклассник. Мы собираемся встретиться, вспомнить школьные годы. Я не приду. Эта акция не согласована с властями. Когда пишу, и вообще это экономически невыгодно. Понравилось Александру Лукашенко. Бессменному лидеру Беларуси. Тихо, пусть сам найдет сюрприз. В тапках? Тактический код. Функционал. Насать в ботинки противнику, сожрать все запасы провизии, нагадить на план боевых действий и задрать боевую форму. Легендарное противостояние. И запишет. Человек, который запил мятную жвачку холодной водой против человека, который выпил бульон говяжьего дошика. Белорусские сухофрукты, пожалуй, мои самые любимые. Автомобили Tesla, которые в феврале прошлого года вместе с Макникеном Starman запустили в космос, сегодня юбилей. Машина Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца. Пробег всего 300 миллионов километров за год, а выглядит как новенькая. Забирай. Мне кажется, что земная орбита больше, чем 300 миллионов километров. Но это не точно, но что-то как-то, по-моему, маловато. Зато нога дышит. Власти американского города Дерри вскрыли капсулу времени, заложенную 50 лет назад. Историки надеялись, что найдут в ней вещи астронавта Алана Шепарда. Однако в ней не оказалось ничего. Троллинг длиной в 50 лет. Кто-то пишет, вообще-то там был воздух того времени. Не, может быть, просто все украли, может быть, он там что-нибудь оставил ценное, там, не знаю, часы какие-нибудь дорогие, и сперли такие, он всех затроллил, да, я увольняюсь. И, короче, там кто-то, не знаю, уволился, потому что ему уже не нужно работать. Когда в игре у тебя LVL-1, и ты надеваешь любую защиту, которую видишь. Ох уж эти театралы. Ходили по-большому с... Большой театр. Ходили по-большому. Ну, короче, ну вы поняли. Ходили по-большому они. Кот живой, не пинать. Комментарий под постом Шварца в инсте. Арнольд, вы меня, пожалуйста, простите и всех таких же, но если вы прочитали мой комментарий, передайте Скарлетт Йоханссон, что я ее приглашаю в Астрахань на рыбалку. Просто я по-английски писать не умею, а она баба, видная. А как ей я? Вы все равно как-то получше ей объясните, спасибо. Мы однажды с другом написали письмо группе Металлика с просьбой выслать нам денег. Это было в 2010 году. Нам ответил кто-то там из их, очевидно, менеджеров. Ну, не знаю, просто ответили, в общем. Сказали, что не вышлют. Было смешно. Эй, бро, можешь передать мне мои очки? Конечно, бро. Не, ну это уже перебор. Те, кто с этой очки, почувствовали боль. И тут ты понимаешь, что это тебе вовсе не бро. Собака покрыта пудрой. Собака просто огонь. Прямо хот-дог. Здравствуйте, кафе. Часы работы. Ты не пройдешь, говорит мем. Блин, что-то мне... Это мозг ломает мальца, ну ладно. Пожалуйста, отключите Adblock. Работа этого приложения мешает корректному отображению реальности. Теперь официально. Только спросить, поставить печать. Вот это технологии. Кстати, да, вот, есть такая тема. Я видел тоже. Прикольно, вообще прикольно. Леонардо? Это просто меч. Донателло? Палка. Рафаэль? Погоди. Я учила, честно, нунчаки? Прости, нам все-таки придется расстаться. Кто-то пишет, она хотя бы не втирает, что это художники. Дай ей шанс. Почему у меня нет мышей? Просто мой кот каратель. Блин, крутой рисунок. Немного вздремнуть. Это та еще авантюра. Ты можешь проснуться бодрым, а можешь проснуться вот так. И черт во сколько времени просто проспать все на свете. Люблю, когда большой. Ник у чувака, окей. Интересно. Подскажите, как действуют таблетки для посудомоечной машины? Уже съел 3 штуки, а мыть посуду все равно не хочется. Вот почему я подкармливаю голубей. В Саратове некий бизнесмен продает ту самую кукурузу с места аварийной посадки А-321. Стоит недешево. 500 рублей за килограмм. Как у него в Саратове оказалась кукуруза с Подмосковья, объяснить он так и не смог. Рома выйдет? Нет, он готовит мне кушать. Из-за китайских туристов пришлось закрыть китайский эко-парк. Они украли почти все цветы. Кто-то пишет, это там еще русских не было. Васька, ты че орешь? Я же тебя еще не тронул. На всякий случай. Когда нажал на кнопку «Копировать дважды». Машина подходит. Мы нашли его.
Когда мой отец был студентом, он пригласил девушку на свидание. Она согласилась на одном условии. Свидание должно было быть необычным. В итоге он отвел ее в гипермаркет, и они смотрели, как лобстеры дерутся в аквариуме. Они до сих пор женаты. Решил посмотреть направо. На дорогу смотри, лох. Когда пообещал сыну машинку на пульте управления. Этот голубь похож на кроссовок Nike. Это голубь фирмы Nike. Вот что значит работать в команде. Коллективный побег. Когда смотришь фильм в 3D, кто-то пишет, я думал, только я так делаю, я ни разу не был в 3D кинотеатрах. Просто мне неохота было туда идти. Друзья дорогие, не забудьте, книга «На Марс» уже вышла. По ссылке в описании можно зайти, посмотреть, там фрагмент ознакомительный. Ну, короче, описание, аннотация, обложка, все, что нужно, все там, в общем, есть. Ознакомляйтесь, кому нравится мое литературное творчество, читайте. Спасибо за просмотр, друзья. Люблю вас всех. Всем удачи, хорошего настроения. И пока-пока. До встречи в следующих роликах.